Я рад снова вас приветствовать. С вами снова Александр. Я сегодня расскажу вам о новинке относительно новом автокресле от компании Cybox. Она не вчера, позавчера вышла, ему уже, может быть, где-то с годик существует это кресло. Но в общем и целом это можно назвать новинкой. Это бренд, повторюсь, Cybox. Модель называется M2 iSize. Это кресло уже подстроено под новый стандарт и предусматривает использование для детей с рождения до 4 лет. Максимальный рост ребенка здесь до 105 сантиметров. Обычно бывает 100, под новым стандартом уже идет 105 сантиметров. В этом кресле можно возить ребенка новорожденного только при условии, что вы купите специальный вкладыш для совсем маленького ребенка. И потом, когда чуть-чуть он подрастет, его убираете. А так, в целом, кресло достаточно интересное. Сегодня я вам покажу, что оно из себя представляет, как его устанавливать, как им пользоваться, что здесь вообще такое, что за ткани. Вот. Сейчас сразу хочу обратить внимание, оно стоит для ребенка, который уже подрос, и оно развернуто по ходу движения. Давайте технические характеристики сразу назову, чтобы потом уже о них особо не вспоминать. Вы можете ездить вообще в этом кресле до 4 лет, не поворачивая его по ходу движения. Вообще на 80% уменьшена нагрузка, если, например, лобовое ДТП, и ребенок против хода движения, соответственно, едет, это на 80% уменьшает нагрузку с ребенка, поэтому по новому стандарту iSize лучше возить ребенка против хода движения всегда до 4 лет, и только потом пересаживаться уже, когда он больше 4 лет будет, в кресло категории 2-3 по ходу движения. Вот, но в случае, если не все дети хотят против хода ехать, им нужно это смотреть, там, что им в заднее стекло смотреть, неинтересно же. Вот, в этом кресле вы можете развернуть вот так ребенка, когда он достигнет 73 или 75 сантиметров, точно не помню, роста, и тогда вы можете развернуть ребенка, это где-то полтора года приблизительно. И можете уже ехать по ходу движения. Сразу хочу заметить отличительную особенность именно этой модели. У компании Cybox вообще всегда кресло со столиками безопасности. В этой модели, это единственная модель, по сути, у компании, кроме автолюлик, где используются ремни пятиточные, а не столик безопасности. Вот. Еще есть, правда, модель Sirona Plus. Там тоже есть возможность ремнями пользоваться и столиком тоже, соответственно. Так, давайте перейдем к изучению. Значит, раз с рождения, давайте переставим его. Здесь кнопочка есть спереди, ее нужно будет нажать. Оно высвобождается. Все, вот видите, очень просто разворачивается. Нужно попасть металлически направляющие. Вот так оно, собственно, против хода установлено. Вы видите, здесь достаточно большой запас для ног. Ну, естественно, он покажется не очень большим, но все же это нормальное место для ног. Ножки, естественно, упираются сюда в подножку. Вот. Здесь у вас есть также возможность регулировки наклона. И, как я говорил, чтобы с рождения пользоваться, нужен вкладыш. Вот сейчас еще недостаточный наклон спинки, точнее говоря, вот поясница, чтобы была ровная, чтобы возить новорожденного ребенка. Нужно приобрести вкладыш. Вот. Когда подрастает, убираем, как я говорил, и едем вот так вот до 1,5 лет, если хотите его все-таки развернуть в итоге. И у нас при этом есть возможность наклона. Вот если он сидит, здесь еще чуть-чуть больше места для ног остается. Маленький совсем. Наклоняем вот так. В общем, это что касается движения против хода движения. Давайте теперь я поверну, поставлю его обратно, и мы уже поговорим о кресле более детально в целом. Все, оно на месте. Что касается ремней и регулировки высоты в подголовнике. Смотрите,
подголовник с ремнями регулируется вместе, одновременно. Здесь есть щелка такая, просовываем туда руку и можем регулировать. Когда мы разворачиваем по ходу движения, нам нужно будет, вот здесь есть специальная такая подушечка, которая чуть-чуть выравнивает спинку все-таки для маленького ребенка, когда он едет против хода движения. Ее нужно будет отсюда вытащить, она там сзади завязана, легко вытаскивается. И, соответственно, посадить ребенка, пристегнуть пятиточным системой ремней. Здесь, кстати, мягкие накладки есть и по бокам, и сверху, и на паховую, все-все вообще классно сделано. Вот, ее убрали и едем по ходу движения. И при этом у нас есть возможность наклона. Вот, максимально сидим, промежуточное положение, его надо еще поймать. Вот. В итоге у нас два крайних, одно среднее положение регулировки наклона. Давайте сразу про ткани. Ткани Cybex бывают вообще двух видов. Вообще в компании они используют два вида тканей. Вот здесь установлена обычная простая ткань. Она такая, знаете, ну, обычный материал, ничего особенного. Чувствуется, что синтетика присутствует. Но у них есть еще более дорогая линейка, называется Plus. Они там используют более качественную ткань, на что-то там типа джинсы, такая износостойкая, приятная на ощупь ткань. И, соответственно, дороже. Вот, поэтому выбор ткани есть. Дальше. По тканям мы закончили, по посадке закончили. Давайте теперь посмотрим, как это кресло устанавливается в автомобиль. Оно ставится, естественно, только на Isofix. Платформа идет в комплекте. Упор в пол. Кстати, обязательно им пользуйтесь. Уперли, чтобы всю конструкция была намертво. Здесь, кстати, загорится зеленый индикатор, что вы поставили все правильно. Вот. Дальше. Нам нужно установить ее на Isofix. Чтобы установить на Isofix, здесь вообще все элементарно, на самом деле. Здесь с каждой стороны есть вот такие вот регулировочки. Нажимаем и высовываем. Что мне нравится, каждый Isofix отдельно от другого достается. Это на самом деле очень удобно. И еще что мне нравится, они достаточно длинные. Вам это немножко упростит установку, чтобы там не дотягиваться. Все, стоим. В принципе, можем это кресло задвинуть, зафиксировать его получше. После чего, как я говорил, ставим упор в пол, загорается зеленый индикатор, и все, можно ехать. Вот. Также после установки у нас остается возможность регулировки наклона. Конечно, по ходу движения она уже не такая, не такой угол наклона, как против хода движения. Но по ходу движения, когда ребенок едет, нельзя сильно наклоняться, это небезопасно. Поэтому здесь вот так вот. Вот. Что касается безопасности, здесь также еще используется фирменная система. Она у них называется LSP, если мне память не изменяет. В разных компаниях они по-разному называются, но суть одна и та же. Это вот такие вот механизмы по бокам. Со стороны окна нужно ее выдвинуть, и, ну, не дай бог, ДТП, боковое. Принимает первую энергию удара на себя вот эта система, то бишь она ее гасит. Потом только уже вторичная энергия переходит на саму спинку, боковушку автокресла. Поэтому вот технологически вещь интересная достаточно. Это находка для тех, кто вот есть такие люди, их немного, но есть кто хочет максимум долго возить, по максимуму долго возить ребенка против хода движения. Это правильно, так безопаснее, может быть, даже и ребенок будет сидеть так долго, но навряд ли, дети все-таки капризничают. Но все же здесь есть такая возможность, а если уж ребенку не нравится, есть возможность и развернуть тоже кресло. Вот. Поэтому достаточно интересный вариант. В двух словах давайте подытожим. Вот. Из минусов, что хочу отметить, но это не минус, это, как скажем, у нее вот нет возможности крутить на базе. Здесь нужно снять, переставить, защелкнуть. Ну, повторюсь, это не минус. Вот у компании Cybex есть старшая модель Sirona Plus, вот она крутится. Это вот чтобы они не пересекались в модельном ряду. Они сделали здесь так, там так, чтобы так почему-то же должна быть дороже, интереснее. Это дешевле немного стоит.
Этой возможности здесь нет, но хотелось бы ее здесь тоже видеть. Удобно так повернуть на себя, посадить, и, классно. Вот, по посадке ребенка мы мерили, смотрели, здесь в принципе достаточно много места, помещается ребенок нормально. В зимней одежде, естественно, ни в каком кресле ребенок сидеть не будет. Вот, есть возможность возить против хода. Все системы безопасности используются. Плюс бренд Cybox, естественно, он всегда был хорошим. Они одни из самых безопасных кресел. Вот. И, в принципе, имея все весь этот функционал, оно не такое дорогое. Оно, ну, процентов на 10-15, я думаю, где-то так, дешевле своих прямых конкурентов, тоже немцев, остальных. Вот, поэтому... По-моему, очень-очень такой добротный вариант, не потеряв качестве, немножечко сэкономить бабосиков. Вот. Поэтому рекомендую обратить на него внимание обязательно. Вот. Если это видео вам было полезно и интересно, ставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на канал. И большое спасибо магазину «Мир Автокресел» за то, что предоставил на обзор эту интересную модель Cybox M2 iSize. Вот. А вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора автокресла для вашего ребенка. И всего доброго. До свидания.